Здесь наша полоса идет вправо. Вот он создал помеху, по сути. Нет. Все. Видишь, в чем ошибка была? Да. Ну, я не знаю, как посчитает инспектор, создал он помеху или не создал, но то, что он еще и на красный поехал, инструктор нажал сейчас на тормоз, скорее всего. Видел, как он дернулся? Угу. Дело в том, что вот ты, когда вот этот перекресток проезжаешь, но тебе сейчас не грозит. Ты сейчас поедешь там, да, на 40 тысяч. Там нужно держаться к бордюру поближе. Бордюр, да, нет, ты сейчас дальше поедешь. А дальше какие там препятствия вообще? Знак 40 и все. 300 метров. Грубо говоря, от перекрестка до перекрестка. А остановку где-то можно совершить, по идее. Везде. Вот если ты. Да, везде ты полосы, да? Ну, это... В правом ряду ты просто останавливаешься и все.